очень давно не выпускал видео, и я придумал новую тему для своих видеороликов, а именно я буду пытаться нарисовать изображения музыкальных альбомов и подробно объяснять, что как я делаю, так что видеоролики будут длинные. И еще хотел бы сказать, что я буду пытаться нарисовать не прям идеальную копию оригинальных изображений, а процентов на 70 оно будет соответствовать оригиналу, а в основном я буду пытаться нарисовать что-то свое, то есть приближенное к оригиналу. Ну, давайте начнем. Итак, мы зашли в Illustrator. Я буду рисовать в разрешении Full HD, то есть 1920x1080. Вы можете в любом разрешении. Создаем рабочую область. Сразу перекрашиваем ее в какой-нибудь темный цвет, так как линии у меня будут белые, чтобы их было лучше видно. Возьму какой-нибудь такой цвет. Сфиксируем. Теперь нам нужно нарисовать линию. Я буду рисовать ее с помощью пера. Рисуем, ну, примерно где-то такого размера, думаю, хватит. Так, заливку отключаем, обводку делаем какой-нибудь вот такой вот немного темный цвет. Думаю, нужно увеличить толщину линии до 3 пикселей, думаю, достаточно будет. Или до 4. Нет, 3, думаю, достаточно. Отлично, нарисовали одну линию, сразу помещаем ее там, где будет у нас начинаться изображение. Теперь нам нужно таких нарисовать 62 штуки. Как это сделать? Это очень просто. Если вы используете Illustrator, как и я, то у нас не возникнет никаких проблем. Для этого выделяем нашу линию, нажимаем эффекты, исказить, трансформировать и трансформировать. Открывается меню. Здесь нажимаем сразу галочку просмотр, чтобы наблюдать изменения в реальном времени. Далее пишем, сколько нам нужно линий. То есть сюда пишем 62. 621 написал случайно. Вы пишете свое число, либо такое же. Далее нам нужно отразить их по вертикали. То есть, чтобы они у нас шли столбиком вниз. Для этого используем вот эту строчку. Здесь пишем 17 пикселей. Вы можете свое использовать число, я использую 17 пикселей, и просто нажимаем ОК. У нас выстраиваются линии в ряд, но нельзя их выделять, то есть выделяется всегда первое. Для этого нам нужно выделить первую линию, ну, вы другую не сможете выделить, то есть просто вот так вот делаем, выделяем, далее нажимаем объект, разобрать оформление. Теперь у нас каждая линия — это отдельный элемент. Теперь изображение можно уменьшить. Зажимаем Shift и просто уменьшаем. Думаю, такого размера будет достаточно. Теперь просто отключаем наш фон и экспортируем, то есть сохраняем в нужное нам место, а потом начинаем редактировать это в Photoshop. Итак, сейчас мы перешли в Photoshop. Я буду рисовать Full HD, то есть в таком же разрешении, что мы рисовали и в Illustrator. Вы можете рисовать в своем разрешении. Тут разрешение никакой роли практически не играет. Итак, сразу заливаем какой-нибудь темный цвет нашу рабочую область. Ну, думаю, такой сойдет. Можно потемнее. Далее создаем новый слой. Теперь нам нужно перетащить сюда наши вертикально расположенные линии, которые мы рисовали в Illustrator. То есть я их сейчас сюда перетаскиваю. Уменьшаю в размере. Наверное, вот где-то вот такой. Вот такой размер подойдет. Да, отлично. Теперь нам нужно их размыть. Для этого
выбираем наш слой с линиями, нажимаем фильтр, размытие, размытие по рамке. Здесь мы сразу видим результат размытия, то есть изменяя радиус, у нас размывается изображение. Я буду ставить здесь, ну думаю, 2 пикселя, то есть это самое нормальное размытие, как на оригинале. Ну, может быть, там даже 3 была, но мне кажется, да, 3 это чересчур слишком размыто, а 1 это слишком четко. Да, мне кажется, 2 будет самое нормальное размытие. Нажимаем ОК. Отлично, мы размыли наши линии. То есть вот так они выглядят вблизи. Теперь нам нужно затемнить изображение. Для этого выбираем затемнитель, то есть вот он. Увеличиваем кисть и, ну, думаю, побольше можно кисть сделать, вот такую. И затемняем некоторые участки. Ну, я буду затемнять свои участки, не прям копия оригинала, но примерно, чтобы было похоже. То есть вот так просто проводим линии. Чем больше касаний вы будете делать, тем темнее становится изображение. То есть мы размываем вверх, здесь немного оставляем белый цвет, размыли, ой, затемнили точнее. Думаю, здесь вот немного можно. In my mind, in my head, this is where we all came from, the dreams we have, the love we share. Так, думаю, так достаточно. Теперь нам нужно нарисовать более белые полоски в нашем изображении, как на оригинале. Для этого нам нужна квадратная кисть. По стандарту ее у вас не будет в фотошопе, но ее можно скачать, а можно создать самому. Я скачивать не стал искать, потому что это долго. Зачем? Создать самому гораздо легче и быстрее. Для этого создаем новый документ. Далее пишем ширину и высоту. Ну, 10 пикселей, думаю, будет достаточно. То есть 10 тут, 10 тут. Нажимаем создать. У нас появляется вот такой квадратик маленький. То есть совсем маленький квадратик. Берем заливку на G. Выбираем черный цвет. Закрашиваем. Потом нажимаем редактирование и нажимаем определить кисть. Здесь пишите название ваше, называйте как хотите вашу новую кисть. Вот, и нажимаете ОК. Я не буду это делать, потому что у меня уже есть эта квадратная кисть. Чтобы у меня не было никаких дублирующихся кистей, я нажимаю отмена. Так, я сохранить не буду. Теперь, заходя в этот документ, вы просто выбираете кисть, нажимаете правую кнопку мыши, листаете вниз, и вот здесь у вас будет ваша кисть. То есть просто кликаете на нее, и она у вас появляется, 10 пикселей, маленькая. Но чтобы ее увеличить, вы нажимаете правую кнопку мыши, либо меняете тут размер, либо нажимаете Alt и правой кнопкой мыши
и тянет его либо влево, либо вправо. Вправо увеличит, влево уменьшает. То есть все, создаем кисть таким образом. Далее ставим подходящий размер. Выбираем какой-нибудь не сильно белый оттенок. Думаю, такой будет достаточно. Такой вот серый. И выставляем здесь 20%. Создаем, кстати, новый слой поверх нашего основного. И выставляем здесь прозрачность, ну, думаю, 40%. И просто рисуем линии, как на оригинале. На оригинале линии находятся здесь. То есть кисть выбираю, забыл выбрать кисть. То есть рисуем такие же узоры. То есть так. Можете выходить за границы изображения, это ничего страшного, это можно будет потом убрать. Потом рисуем здесь. Здесь вертикально несколько линий. Также не волнуйтесь, что у вас появляется один элемент изображения на другом. Это все нормально, то есть на оригинале точно так же. Здесь тоже проводим линию. Отлично, мы стерли все лишние детали с нашего изображения. Теперь можно еще уменьшить прозрачность, чтобы она была как-то потусклее, чтобы изображение было потусклее немного. Ну, думаю, вот так будет достаточно. В моментах, где прямые, думаю, можно будет добавить немного поярче. Создаем новый слой, еще один такой же, и также немного наносим изображение поверх прошлого. То есть, ну, думаю, вот так. Слишком какой-то квадрат получился. Вот так, думаю, достаточно будет. Тоже можно уменьшить немного прозрачность. Думаю, вот эти вот линии у нас лишние оказались, сотрем их. Отлично. Оставим это так. Теперь, когда мы нарисовали наш узор на изображение,
вот здесь нужно побелее немного сделать. Как-то так. Оно может быть не очень похоже на оригинал, но если вы будете делать это также поэтапно, то у вас получится намного лучше, потому что тут от каждого зависит, как будет выглядеть его изображение, потому что каждый человек уделяет деталям свое внимание, и кто-то меньше уделяет, кто-то больше. То есть если будет, допустим, рисовать другой человек, то у него получится по-другому. Возможно, у вас лучше получится. Так, хорошо, теперь нам нужно нарисовать, как в оригинале здесь, размытую полоску. Для этого мы берем вот этот инструмент. Выбираем нужный размер, ну, наверное, вот такой вот пойдет. Ставим одну точку здесь, зажимаем Shift и кликаем, ну, наверное, где-то вот здесь, и у нас проводится прямая. То есть это все делаем на изображении, забыл кликнуть, кликаем сюда, потом зажимаем Shift и кликаем сюда, и у нас получается здесь размытая полоска. И кликаем еще раз туда же и опять вниз. Так, пока не размоется достаточно сильно наша прямая. Отлично, у нас все размылось как нужно. Далее можно резинкой вот здесь стереть небольшую область. Да, вот оставим вот так. Теперь нам нужно наложить пыль, царапины, как на оригинале. Для этого вы в интернете находите какую-нибудь текстуру пыли или царапин, неважно, скачиваете. Я уже заранее скачал, просто перетаскиваете царапины на наше изображение, зажимаем Shift, увеличиваем. Так, ну я думаю, вот так будет достаточно. Так, ставим это поверх нашего изображения, добавляем прозрачности. Будет достаточно, даже 10 будет достаточно, то есть царапины видны, все отчетливо видно. Далее все слои, которые мы использовали, это то есть краска и прямые, мы объединяем в один слой, то есть это у нас теперь один элемент. Все элементы, остается только фон. Отлично. Теперь нам нужно сделать здесь какую-нибудь надпись, неважно какую, просто, допустим, делаем надпись Room 93, как и в оригинале. Just to pour that motherfucker down the drain like me. Just to pour that motherfucker down the drain.
есть просто передвигаем в нужное положение. В нужное положение шрифт. Думаю, так достаточно. Нажимаем Ctrl-D, чтобы сбросить. Далее. Точно так же делаем с нижней частью, только копируем ее. She puts her spirit in a nightcap. She always knows where the crowd's at. She puts her mouth around a cigarette. I put it out cause she likes that. She always dances when it's raining. And wants to start with the naming. She looks at me like she's waiting. Takes another line of blow, then show on a table. Отлично. Вот здесь можно стереть часть буквы, чтобы это выглядело как на оригинале. Вот, думаю, вот так достаточно. Вот, в принципе, и все. Изображение готово. Спасибо огромное, что смотрели. Удачи!